Добрый воскресный вечер, уважаемые петербуржцы и дорогие гости нашего города. Здравствуйте, друзья! Позвольте поприветствовать вас в самом сердце Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, на праздничном музыкальном фестивале «Невская симфония», который сегодня проводится в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи. Сегодня мы вместе поздравляем наш любимый город с этим грандиозным морским праздником, столь близким каждому жителю нашего города. Ведь Петербург, помимо всего прочего, является морской столицей России. Славные морские традиции зародились вместе с основанием нашего города и вот уже на протяжении многих веков продолжают храниться и передаваться из поколения в поколение. С праздником, дорогие друзья! С праздником, Петербург! И позвольте начать наш праздничный концерт с творческого подарка, который подготовил президент Санкт-Петербургского парусного союза, мастер спорта, чемпион Советского Союза по парусному спорту, певец и музыкант Сергей Алексеев и популярный петербургский джазовый коллектив «Стрит Бэнд». Капитан, капитан, починитесь.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Джазовый коллектив Street Band! Браво!